Поздравление с 90-летним юбилеем накануне получила Аида Степановна Аржакова, дочь видного политического деятеля, стоявшего у истоков государственности республики Степана Максимовича Аржакова. На юбилейном обеде побывала наш корреспондент Наталья Сазонова. В небольшой московской квартире с самого утра накрыт праздничный стол. Аида Степановна Аржакова и ее старшая сестра Клара Степановна с большим волнением ожидают дорогих гостей, своих земляков. Хочу вручить ей приветственный адрес от Егора Афанасьевича, это глава нашей республики, от нашего представительства и от имени правительства республики разрешите вам вручить нам сертификат на отдых в наш санаторий Вещегду. Надо сказать, что поздравления и подарки в этот день Аида Степановна получила от якутского землячества в Москве. Я желаю вам здоровья и такого же оптимизма, который есть у вас и ныне, и пусть оно будет всегда и вас сопровождает. И пусть всегда с вами будут ваши дети, внуки. Среди приветственных адресов и телеграмм поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина. Биография Аиды Степановны как врача и общественного активиста достойна глубокого уважения. И является славным примером служения медицине и людям. Ее труд отмечен медалями, грамотами и званиями на уровне высшего руководства республики и страны. У меня сегодня большое событие. Мне исполнилось 90 лет. Это очень большая дата. И ко мне пришли поздравить. Очень дорогие, уважаемые люди. А чай, заваренный по-якутски с молоком, сегодня гости пили из именного сервиза с символикой Российской Федерации, подаренного Аиде Степановне президентом страны Владимиром Путиным. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.